Невероятно сложно открыть свой мир, научиться смотреть на этот мир своими глазами, научиться не только смотреть, но и видеть. Забудьте, что вам говорили на уроках изобразительного искусства, что маг может быть только красным, а рисовать правильно только кистью. Я хочу доказать вам, что сегодня, в 20-е годы 21 века, фотография чрезвычайно просто и легко. И в то же время, в связи с тем, что это доступно почти всем, это невероятно сложно. Мы будем говорить о жизни, потому что фотография, она только про жизнь. Мы будем говорить о мистике, мы будем творить ее, потому что творческий процесс есть магия, которым обладает каждый из нас. Лучший фотоаппарат – это тот, который всегда под рукой, а смартфон у нас всегда рядом. Ты не должен снимать хорошо все, но ты можешь снимать что-то очень хорошо и в определенном стиле. Когда мы, как зрители, увидим изобразительную поэзию, тогда это будет действительно произведение. Твои снимки – это мир через призму тебя, твоего мировоззрения.